гуси уже подброшены, а это значит, игра началась. Пирс Кремлевской набережной преобразился до неузнаваемости. Косплей, шоу, коллекционные карточные игры, турниры и настольные ролевые игры. И это далеко не все. Давайте узнаем, что здесь сегодня происходит. Игрофест – самый масштабный фестиваль настольных игр под открытым небом в России. В этом году на нем было представлено более 300 настольных игр, косплей-шоу, турниры с призами и, конечно же, розыгрыши и подарки. Это уникальное событие игровой культуры, где каждый мог найти что-то по душе. Ведь настольные игры предоставляют уникальную возможность для общения, поединков и веселого времяпрепровождения вне мира гаджетов. Как по мне, они интереснее, чем видеоигры, потому что, что тут больше полет фантазии, потому что тут больше зависит от того, как ты можешь сказать, что ты хочешь сделать, придумать, что ты можешь сделать. Как бы, тут гораздо больше полет всех возможностей, я считаю. Мы играем на земле Винни-Пуха. А за нами бегает Винни-Пух и кабан. Можно в этой игре вообще все, что угодно сделать. И потому я вообще полная свобода здесь действия и от персонажей, и от меня будет. А потому мы сейчас сидим в страхе, но веселимся. У нас военно-настольные игры, то есть это игры, получается, с миниатюрами, в которых есть несколько армий, и, по сути, это аналог командно-штабных игр. Только они основаны на каких-то различных вселенных. В данном случае у нас это «Звездные войны», это «Вархаммер 40 тысяч», «Властелин колец», и есть технолог, это российская игра, она существует уже достаточно давно. Помимо игротеки на более 300 настольных игр, на фестивале были представлены турниры, коллекционные карточные игры, варгеймы, настольные ролевые игры. Также была организована зеленая зона активного отдыха, где каждый желающий мог себя попробовать в мега-каркасоне, мега-дженге, мега-шахматах, дарте и кольцебросе. Я косплею Кринсата Аята из «Фантома Дешный Пакт». Я Парасол из игры «Schoolgirls». Я выбрала ее, потому что она мне очень понравилась в первые дни. Я стала углубляться в ее биографию, и она мне очень понравилась этим. Это персонаж меня вдохновил своей историей и становлением из злодея в хорошего персонажа. Мне понравился по характеру, вообще по внешнему виду, просто прикольный персонаж, который заполняет глубоко в сердце. Игрофест – это не только игры, но и уникальная атмосфера радости и веселья. Здесь можно встретить интересных людей, подружиться с одними и посоревноваться с другими. Это один из лучших вариантов времяпрепровождения, так как в мире цифровых технологий и компьютерных игр многие забывают о времени в реальном мире, в компании друзей или семьи. Это возможность социализироваться тем людям, которые, ну, в основном не так любят много общаться. Но когда попадают вот в такое сообщество, где примерно такие же люди, намного легче найти друзей, знакомых, с кем можно просто пообщаться, повеселиться, не задумываясь о каких-то проблемах, которые в жизни вообще есть. Живое общение, во-вторых, это живые эмоции, это подвижность какая-никакая все-таки есть. Для меня настольные игры – это, знаете, что-то новое, то, что сильно отличается от компьютерных игр. Это позволяет, знаете, и найти новых друзей, и знакомых. Мне это просто сумка понравится, как бы привлекает меня, тянет очень сильно. Времени скучать не было даже у самых маленьких гостей. Каждый нашел для себя занятие. А значит, фестиваль прошел на ура. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события в следующий раз. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.